Приветствую вас. Вообще я, наверное, не открою вам Америку, если скажу, что прежде чем понять, как откуда-то выйти, нужно понять, как вы туда зашли. Именно вот то, как вы зашли свою профессию, с чем вы пришли туда, и определяет то, как вы оттуда выйдете. То есть я имею в виду, что у вас есть какие-то цели, у вас были какие-то желания, они у вас, скорее всего, сохранились, они у вас, скорее всего, до сих пор имеют место быть, вот, и, ну, наверное, на это нужно обратить самое пристальное внимание, то есть начать нужно с определения своих целей и с выявления того, ради чего вы пришли в профессию, знаете. Вот. После чего уже смотреть по факту на обстоятельства, которые бы вы могли обратить себе во благо, я полагаю. Вот. Ну, примерно, наверное, так. Если нет социальных, отсутствуют социальные детерминанты, вот. Есть только личные, то вы находитесь в полной свободе. А если как бы присутствуют социальные детерминанты, то с этим нужно разбираться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.